Ничего себе. Поворачивайся, поворачивайся. Господи, боже мой, нифига себе. Это самый лучший олень, которого я когда-либо видела. И он для тебя, чтобы тебя согревал. Можешь повесить на стенку, можешь валяться над нем, можешь сейчас на нем поехать. Класс, я на него поеду. Теплее ничего нет. Охренеть. Спасибо большое. Охренеть. Это оленья шкура? Да. Чё, они мне казались, как будто бы они жесткие. Ничего не жесткие. Он мягкий вообще, классный, Виталь, смотри, чё тут. Я на нем. Ой, как классно. Виталь, тебе хорошо, уютненько? Ещё как. У меня вообще уютненько. Да только очёчки запотевают. Так ты нос-то освободи. А нос будет мерзнуть. Когда будешь ехать, нос уже не в это. Очки не будут запотевать. Что тут мелочь вот их будет? Доставай Хариуса. Хариус? 35-ю так скажем. Смотри, ничего. Рыба напилить. Опять щука маленькая. О, Паша, Хариус. Да подожди ты нахуй. Паша, Хариус, Дима. Не-не, я руки мочить не буду. Сделали. Что еще? Уходим. Шапочка. О, все, и шапка развязалась. Виталий, подвяжи шапку. Нет. Давай. Первая, я на тебя. Аж заскрипели сани. Барня, барня! Извозчик! Поехали! Появился Хохлов Юрий. Нет. Телеведущий, охота, рыбалка, все у него. Контент клевый пилит в Инстаграм, на Ютуб везде. Не, вот в Инстаграме я это его видела уже. Да. А он теперь еще решил ТикТок, да? Да. Мастер. А потому что в ТикТоке сейчас много интересного всего. Че нет-то? Мастер спорта, рыбалки даже. Подарки, кстати, дарят. Подпишись обязательно. Ой, я это сделаю. Спасибо. Я ссылку оставлю внизу. Ага. Надо посмотреть. Да. Тем более, раз подарки. Подарки, да. О, нифига себе! Браво! Реально круто! Ничего себе ты даешь! Ты видел? Я видел, я в шоке. Я в шоке сама! Пошли пробку искать. Пойдем. Нет, я в шоке реально. Вот это. Вот, получается, вот она просто с горлышком вместе отвалилась. Ты прикольно? Молодец. Да. Банька там топится. О, девчонки, смотрите, мужчины настоящие. Не гламурные, не шоколадные. Ой, под топором стою. Дрова заготавливаю. Виталик, где там? Как тебе в Карелии? Отлично. Лов. Лок у него какой. Сишки парочка. Ой, сик хороший. Сик. Рыба благородная, вкусная. Щучки. Сейчас будем уху варить. На природе. Класс. Куда ты, куда ты, куда ты, куда ты, моя красота? Оу. Окуньки, это икра щучья. Кидай. Ох. Сколько у нас рыбки. Красота. Какая у нас будет уха здоровская. Посмотрите на нее, а. Даже в лесу от плиты, так сказать, не отходит.
Оленька у нас варит уху. Киронька у нас варит уху. А ты что делаешь? А я пенку снимаю. Умничка. Пешка это нужна для фильма. А что, вам может идти еще пару полетов? Подрыву? Угу. Знаешь, что-то еще есть? Так, все, я вас снял. Так. Оп. Дыхайся. Ты держи. Вообще я постоянно всегда себе распарываю пальцы. Нет, окунями я всегда что делаю? Ножом вырываю. Срезаешь? Да. То есть ножом придавил и дергаешь. Сколько минут варится? Может, минут 10, да, наверное? Давай там сейчас всю щуку по кастрюлю размажешь. Попробуй ложечкой этой, ложечкой давай, этой ложечкой возьми и попробуй, посмотри сюда. Ну, поближе к костру, ты охереешь, сейчас замерзнешь. И что? Я такая... А вы знаете, что такое тройная уха? Ага. Я такой, конечно, знаю. Ну, давай, Дмитрий, расскажи вам, что такое тройная уха. Я говорю, это когда рыбу кладешь в воду, варишь ее, потом воду сливаешь, варишь, и потом только на третий раз варишь и ешь. Такая, нет, 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 вы что, ну, типа, это не так. А ты прикалываешься? Конечно, прикалываешься. Вареный лук трескает. Угу. Тебе нравится? Будешь? Не, не хочу, кушать сам. Так он еще не срезал, он хрустит. Угу. Он же должен хрустеть. Ну, ты еще в уху сварится. И на весь класс сварили в большом котелке еще в уху. Могу докинуть. Докидай. Он будет вкусный. Вот сюда? Давай туда ей. Туда ей. С двумя буду хлебать. Оля, ты про секс, у тебя кружка про секс, это будет вообще весело. Смотри сюда. Я пока мы тут, Виталик, с тобой этим занимаемся. Дима на самую обычную такую удочку даст. Вытащит оттуда рыбу. Ого. Балда собственного производства. Покажи. А, балда? Во, какая, на что? На что взял? На балду. Балда, ага. Ничего не насажено на ней. Покажи. Сейчас. О, о, хороший. Прям крупненький. Трепыхается. Ага. Давай, давай, давай. Ну, давай. Она оторвала, вот она прям бьется. У-ху! Она оторвала, сожрала, Виталь. Оля! А я снимала. Да? Да. Ты туда рукой залезла. Довольная такая. Нашел? Она же поймала. Оля. Виталь, привязывай. Оля, на, держи свой трофей. А ты говоришь, не ловучая. Все нормально. Довольно? Да. Да. Какой большой, какой хороший. Вообще прям толстяк. Дедушки, с меня Магарыч, пожалуйста. И он, смотри, ты сначала в больницу ему вызовешь такси, а потом из больницы обратно, когда он тебе позвонит. Вот сразу понятно, кто настоящий рыбак. Вот эти вот дилетанты, с кем мне пришлось рыбачить. Вот эти вот что наловили. И что поймала мать? И этому... Есть
задокументированные, за видео сохранированные это факты. Факты. Есть факты. Пруфы. Да, вот это есть. Я поймала вот эту рыбу. Вот посмотрите, вот, ну, это мужики ловят, а это я поймала. Сразу понятно, кто здесь рыбак. Да. Как пингвины из Мадагаскара. Я вообще-то грациозно. Я не знаю, что здесь женщина трется какая-то. Наловила, наловила одну рыбу, мою всю к себе в руки понабрала и трется. Знаешь что, милая моя? Я ловлю рыбу, извини меня, как настоящий профи. А ты здесь взяла вот это вот непонятно что. Все, собираемся. Это, кстати, моя. Поехали. Я вот легла, все, я красивая. Только какой морозный день сегодня. Красота, банька топится. Вот приехали с рыбалочки. Пойдемте лов покажу наш. Гранда, бардак, бардак. Ха-ха-ха. Сидят, сидят уже, что-то болтают. И вот наш улов. О, Ольга поймала какого акушара. Он уже в криозаморозке максимальной. Оля поймала, Оля красавица. Оля молодец. Сейчас да? Пожарим, а может закоптим? Не, наверное, пожарим, быстрее будет. Я достаю вот свой трофей. Ага. О, огромный. Такой, смотри, пузанчик. А это, наверное, самка, там, наверное, это, с икрой. О, фейерверк. Как будто всю жизнь этим занималась, а? Смотри. Нифига не домохозяйка, нормальная русская девка. Давай, 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 дорогая. А домохозяйки что, все французы, что ли? Да. Ну что, пойдем попробуем порыбачим? Погода, мягко говоря, шепчет. Минус 35, даже почти 36. При относительной влажности 87, почти в 90. Холодно. Вот такая обстановка, мороз и солнце. День чудесный. Да, тут больше к середине бери. Ага. Ногой-то ёбну, чтобы она до лунки пошла. Пока я ходила, жерлицы ставила, Ольга мне напекла сырничка. Сейчас буду чаёк пить с сырничками и со сгущенным молочком, со сметанкой. Какая она самая лучшая. Спасибо, дорогая. У нас вот так вот одеяло висит, чтобы не холодно было. С окна не дуло, а одеяло примерзло. Приморозилось насмерть к стеклу. Так вот дует в голову, здесь лед. Вот такой был сегодня мороз. 33, сейчас уже спала до 19. Я, кстати, на тему затянул свечи. И когда я свой снегоход купил, да вроде там меняются свечи. Вот, нос-то как пирог. Выкручивал. Да не говорите. Я в шоке вообще сижу здесь уже четвертый день. В заложниках держит меня. Давлеет и давлеет. Вот сейчас снова есть заставит. Он говорит, пиццу ешь. Соус. Щуку поймали. Хочет еще, чтобы я щуку съела. Не знаю, что ей делать. Варианты есть какие-нибудь? Мужики идут сейчас, не знаю, может, у них спрошу. Ты чай почему еще не пьешь до сих пор? А ну чай пей с конфеточками. Ну, видите? Невозможно здесь жить. Ну, просто невыносимые условия. Сейчас что-нибудь в баню заставят идти. Снова париться. И все остальное делать. Но вы переживайте обязательно.
пишите, переживайте. Это нам очень приятно. Особенно мне. Благодарюсь. Не скучайте. Ребята переживают. Клево. Есть. Есть? Да. Давай. Клево, клево. Вот что-то прям такое. Смотри, давай. Меня давай. Упирается. Охрененно! Ты посмотри, какая щука. Поздравляю тебя, круто. Поздравляю, ребят, ваша щука. Ура! Молодцы, ура. Это типа, чтобы комочков не было, да? Угу. Лайфхак. Делай. Такое вот тесто для блинчиков. О, подарочек. Видите, какой мне Ольга подогнала? Часики красивые. Хозяюшка. Блинчиков нет, потому что это самое. Когда он так изворачивается, что у него... Он, ну, начинает, он попадается, Ломаю начинает это, крутиться. Угу. А, и получается раз. И он, нет, и он... О! Блин, и в уши. Молодец же, молодец. Пока Ольга там уже вещи собирает, я решила похвастаться. Смотрите, вот какую красоту она мне подарила. Такие вот часики. У меня таких еще никогда не было. Мне очень приятно. Красота такая. Клевая она, Ольга. Жалко, что уезжает. Теперь в августе буду ее ждать. Так. Ну давай автограф пили Максу, Коле и Вите. На моем авторском фото. Да, да. Автопортрет. Правда, здесь еще это зуб дорисовали мне, но это мелочь. Так, что надо написать? Я видела, ты была блондинкой. Макс, Коля, Витя там все. Где писать? Здесь, что ли? Где хочешь-то? Давай вот здесь. Ты же видишь, что с этой картиной чего только не было в этой жизни уже. Мне жалко прям портить ее. Так, Макс. 18-е? Да. Будем считать, что 18-е. Друзья мои. Ура! Ура! Та-та-та! На даже... потолок пошли вешать? Да, даже сейчас сфоткаю. Знаешь, на эту картину даже кот наблевал когда-то. Какая пикантная подробность. Это можно... Мэн. Фишер Ву Ман. Да-да, там мэ, а не эн. Ага. Ман. Че, какой себе? 18-е? Все. Оставили автограф, когда нас не просили. Пацаны потом будут миллионы стоить, отвечаю. Когда нас не просили? Хоть нас и не просили, но мы это сделали. Да. Ну вот, значит, уезжаем, оставляем все так, как было. И даже в этот раз немножко получше. Скатерочку привезли с собой, занавесочки повесили. Ну, Марлин с автографами. Лучинка вон там сушеная, дрова оставили, тоже пусть сохнут здесь в избе, кто приедет, уже будет все сухо и можно будет растопить печку без особого труда. И вот еще дрова наколоты. Спасибо, природа, спасибо, ребята, спасибо, что так клево смогли отдохнуть. Это Карелия, детка. И как ты так хороша получилась, а я как вот это вот? Я потому что аккуратная леди, так сказать, вышла там. Мне надо леди. Да, я у меня грустно хочу снять же. Это нам со свекровью, а это не поверите, морс. Да? Да, потому что мы за рулем, а то сейчас. Не, клюквенный морс. Морс, вот все. А то знаю я вас, вы тут сразу на нее, на бедолагу накинетесь. Вон, даже без даже, пузырьков. Даже написано «Боска розовая». «Боска розовая». Так, это тефтели. Ну, приятного. Приятного. Не знаю. Давай в августе ждите. Будем веселиться. Леса кошмарить, грибы драть, ягоды собирать. Купаться, через костер прыгать. И колдовать ночью по-карельски. Люблю тебя. Спасибо, что приехала. Приедем в августе. Сидит поцеловаться. Спасибо, что так встретили.